привет. Мы с вами... Нет, хотел сказать на колораж. Фактически мы еще идем по энтузиастов, хотя вокруг их окружают дома по улице Колораж. Вот Колораж 16-2. Ну и, соответственно, наш 14-й. Ну вот мы выйдем на улицу Колораж. И моя задача найти сегодня дом. Дом. Привет. Так, забыла. Дом номер 33, кажется. В принципе, я не ищу дом, я ищу гостиницу Анюта. Или Анна. Или Анюта. Вот именно так ее называли. То есть меня попросили найти Анюту, но номер дома не знали. Ну, я немножко посидел в интернете, поковырялся, задался целью найти Анюту. И скажу вам только одно. Послушайте, как поют птицы. Вот. В общем, я нашел Анюту. Или Анну, я не знаю, как правильно сказать. И это дом, улица Колораж, 33. Тут, в принципе, недалеко. Ну, а пока рекламная пауза. Розы, пахучие розы. Так, подождите, это не мачмалабль? Я вчера уже сам путаюсь, нет. А вроде да. А вроде нет. Идемте. Идти тут совсем всего ничего. Там, походу, опять меняют столбы. Я подразумеваю, что, точнее, предполагаю, что улица Колораж 33 у нас может быть два дома. Так как часть была в свое время продана. И на ее месте построили, естественно, дом. Я имею в виду, часть земли была продана. И, в принципе, вот она вот перед нами. Вот коричневенькая вот эта вот ролл-ставня. Это вот часть, которую продали, построили новый дом. А вот за ней старый дом, где старые живут хозяева по сей день. Вот это 33, насколько я знаю. Да, 33, вот видите. Какая вам нужна гостиница, я, конечно, несколько затрудняюсь, потому как интернет мне выдал, что и та Анюта. То есть по адресу он выдавал мне. Не знаю, и тут, а вот сейчас мы узнаем, сейчас как раз у хозяина узнаем. Итак, друзья мои, мы с вами, точнее мы с вами, я с вами, задался целью найти Анюту, и я ее нашел. Вот мы поговорили с хозяином, собственником домовладения старого, и выяснили, что Анюта — это вот этот вот домик. Вот этот красивый большой домик. Так, друзья мои, прошу прощения, меня немного отвлекли. В итоге я оказался в районе парка, и сейчас смогу вам показать немножечко. Рекламная пауза, опять же, парка. Вот, пожалуйста, вам пальмочки. Я недавно вам его показывал, в принципе. Вы уже знаете, где это, что это. Знаете, что это вот здесь, вот за заборчиком. Ну, надеюсь, вас немножко порадует зелень. Не только дома. Дома, все время дома. Тоже неинтересно. Как-нибудь я еще проберусь. Хотя надеюсь, что все откроется в ближайшем будущем. Подождем. Поживем, увидим. Но сейчас опять вернусь, наверное, к этому дому, к 33-му конюте, и продолжим беседу с вами там. Это так вам. Просто показал зелень. Так, итак, друзья мои, вот мы находимся рядом с Анютой. Что хочу сказать, здание стеклянное, интересное, красивое. Ну, естественно, я не могу вам сказать про внутреннее убранство, сами понимаете, так как не был, не привлекался, но могу показать вам, как далеко находится море. Я так думаю, для вас это будет самый интересный вопрос. Пойдемте. Тут недалеко. В принципе, по большому счету, конечно, я уже ходил этой дорогой не раз. Буквально на днях я снимал. Подождите. Да. Лазаревское кольцо я еще назвал. Это улица Колораж, то есть Павла я проходил по кольцу, начиная от арки и заканчивая там же. Я думаю, что как бы сейчас мы, наверное, полностью подвиг совершать не будем, наверное, давайте так половиночку, даже, наверное, третью часть, наверное, потому как полную часть тяжеловастенько, далековастенько, да и смысла нету повторяться.
пройдемте и посмотрим непосредственно вот чуть-чуть дорогу к морю, скажем так вот. Я, честно говоря, не засек время, сколько было в момент того, когда я вышел. Точнее, отошел от дома. Но вы можете легко это отмотать обратно и посмотреть. Сейчас я иду по прямой, то есть вам не надо ни сворачивать, ни вправо, ни влево. Кстати, парк вам еще гораздо ближе будет. Вон там вообще буквально вы пройдете за угол, да и все. Вот где, кстати, я снимал пальмочки, вот именно туда. Там со временем откроется проход, и будете ходить гулять в парк. Можете даже на море, в принципе, ходить через парк. Ибо тут всего ничего-то идти. Красивые елочки разрослись. Солнце светит прямо в глаз. Не знаю, как вы, а я уже вижу море. В принципе, я видел его еще от дома. Ну, как бы интригу создавал такую. Не хотел вам говорить, что оно тут рядом. Ну, по дороге мы видим вот колораж 8, беленький домик, красивенький, тоже интересный. Тополь большой, розы. Эти розы уже, в принципе, уже отцветают, поэтому как бы не очень. Но пахнут это вкусно. Это настоящие такие вот, которые как были. Вот помните, я тогда рассказывал, вы потом. Ну, на площади у нас там была аллея, там, где фонтан одуванчик, там вот были вот всякие разные эти розы. Розовое поле, вот. Вот именно так же оно пахло. Натурально, натуральными розами. Фух. Устал. Целых 200 метров пройти-то надо. Как вы понимаете, маршрут у вас будет живописный. Это сейчас здесь можно нормально пройти. А вот летом, ой-ой-ой. Ну, здесь в Афалине-то понятно, ничего не будет. Тут гостиница, круглосуточно, кстати, круглогодично работает. Ну, естественно, наш период сейчас закрыт в наше время. А вот здесь вот вывешивают всякие товары. Ну, блин, иногда так идешь, что прям просто головой бьешься об эти товары. Вот, это не есть гуд. Конечно, но частная территория, ничего не скажешь. Хотя товары-то висят над дорогой, над тротуаром. Так, что я хочу сказать, друзья мои. Время 7 минут 48 секунд на сей момент. Это с учетом того, что я еще там стоял около дома, даже добрался до парка, там поболтал с людьми, хотя я это не снимал, естественно. Но факт в том, что вот не прошло и 8 минут, и мы около моря. Но, в принципе, это даже не удивительно, потому как море находится на расстоянии буквально 200-250 метров. И вот я сюда пришел, и что мы видим? Никого на пляже нету. Никого. Сейчас я про... Ой, гули. Собака их разогнала. Они прям на меня летят. Сейчас иду к воде. Покажу. Кстати, там, где Калипсо, сейчас вот за Сандарини, за кафе, рестораном, там они делают нормальный забор, насколько я понимаю. Такой красивенький, прозрачный. Ну, короче, расширяют владение. Точнее, не расширяют владение, делают красиво, скажем так. Гораздо красивее, чем было. Детвора играет. Но не буду вам мешать. Им, точнее. Так, это наш местный голубь. Не кавказский. Хотя и странно. Вот, грубо, меньше, чем за 9 минут со всеми моими прогулками я добрался до моря. Парусник с моря не выходит, вообще там стоит как копанный. Коронавирус тоже стоит, надо его пнуть. Но я направляюсь уже в сторону дома, так как миссия выполнена. Что хочу сказать, давайте подрезюмируем, так сказать, мою эту маленькую прогулочку. Дом действительно находится в очень хорошем месте, на улице Колораж. А я всегда говорил, что улица Колораж — это самая лучшая улица.
Кстати, многие со мной соглашались. Некоторые там рассказывали. Топал. Знаю, что они сами осознают, что Колорад лучше. Вот. Так что домик большой, современный. Про внутреннее убранство, опять же, я не берусь говорить, так как не видел, сам не был. И показать у меня нет возможности. Хозяин, насколько я знаю, проживает где-то там, то ли в Апшеронске, то ли в Армавире, но что-то на А. Ну и оставляет здесь управляющего, который следит. Да и походу даже проживает, или родственник, возможно. В общем, занимается домом. Вот. Что сказать. Все рядом. Столовые рядом. Кафешки рядом. Парк еще ближе, чем даже от Арки и Владимира. Причем так метров на 150. Фактически выходите сразу в парк. Море рядом. От вокзала 15-20 минут пешком. Ну, конечно, если по большому кругу, по которому нас сейчас заставляют, чуть-чуть больше. Там, ну, на 5 минут больше. В общем, самый центр, что вам еще сказать. Самое курортное, что ни на есть улица. Как бы вот так. Так что выбор ваш одобряю. Единственное, что прошу уточнить, там вот по условиям. Но это вы уже самостоятельно решите с хозяином. Я туда носом своим не лезу. Вот, ну что, наверное, все. Анюту или Аню нашел, показал и обезвредил. Ну, сейчас дойду до дома и все, пойду дальше выкладывать. Тем более аккумулятор у меня по-прежнему не успел даже зарядиться. А учитывая, что буквально через полтора часика уже закат, надо бежать, заряжать и готовиться. А после заката же у нас что? Как всегда, беседы. Пока вот ходил, кстати, обратил внимание, магазинчики готовятся, там то всякое, там моют, там стирают. Вот видите, он уже тоже... А, нет, не буду показывать, а то увидите меня в стекло. А я же отражаюсь. И, кстати, мы тоже начали готовить свой магазинчик. Вот, может быть, приготовим, когда все будет готово, тогда и покажем. Посмотрим. Все, друзья мои, я практически дома. Всем пока. До новых встреч в эфире. Подписываемся и так далее, и тому подобное. И ставим лайки. Вот. У меня такая маленькая скромная мечта, чтобы к концу, к 1 июня, день защиты меня, вот, у меня было 5000 подписчиков. Скромно, но со вкусом. Машина не моя, соседская. У меня маленький повод. Старенький-старенький. Все. Всем пока, до новых встреч.